Сергей Витальевич, ну, первый блин не вышел комом, слава богу. Как вам матч сегодняшний? Я скажу, что ребята выполнили установку, хорошо играли, особенно концовку, когда взяли мяч под контроль. Вот, сыграли очень организованно. И я считаю, что да, первый тайм мы заслуженно победили, все, но второй тайм нас ожидает в Минске. И я думаю, что ребята на новом стадионе как бы порадуют своих болельщиков. Была установка на стартовый блицкрик, либо Нина Галович просто вот так вот получилось, что оказался опять в нужное время, в нужном месте? Нет, наоборот, я предполагал, что они с первых минут пойдут вперед, то есть начнут попытаться нас вот подавить именно своим вот агрессией. Ну а соперник выбрал тактику, что как-то начали они очень осторожно, очень низко играть, и я думаю, что это где-то повлияло. Вот на... Забили хороший быстрый гол. Вот, потом имели еще один стопроцентный момент. В целом, я не хотел, чтобы там была какая-то феерия мячей, еще что-то. Главное, что мы контролировали игру, ход матча, и результатом я доволен. Никиту Копренко вы заменили в первом тайме. Очередное повреждение. Насколько серьезно, вот первое мнение? У него и до этого он чувствовал дискомфорт в задней поверхности. Вот, и поэтому он так и тренировался немножко в щадящем режиме. Мы его готовили к этому матчу. Вот. Не просто так я дал Яха отдохнуть перед этим матчем. То есть мы делали ставку на этот матч. В целом я считаю, что правильно поступили, потому что ребята хорошо двигались, хорошо так, хорошо показали игру. Вот. А у Копленко, я думаю, просто там немножко схватила крепатура. Я думаю, что через недельку-две он будет в строю. Плюс у нас же Артем Быков может играть. И как бы я не боюсь за ротацию состава. Как вам второй тайм исполнения вашей команды? Самое важное, что ребята контролировали матч, хорошо перемещали и ждали своего шанса. Не было какой-то агонии, там, давай, быстрее. То есть спокойно доиграли матч, и я считаю, что заслуженно победили, могли еще забивать. Я считаю, достаточно. Вы уже отмечали то, что следующий матч, ответную игру мы проведем на своем родном стадионе. Что можете сказать по этому поводу? Все-таки большой праздник? Я считаю, что давно ждали. Это и футболисты давно ждали. Но я думаю, самое важное, это давно ждали болельщики. Потому что это родной стадион «Динамо» исторически. Плюс сделали красавец стадион. И я думаю, что ребятам всегда будет тяжело играть весь чемпионат на выезде. Поэтому хочется хотя бы 50% матчей проводить дома. Ждем болельщиков. Я уверен, что они будут на этом матче и поддержат нас, а мы порадуем своей игрой.